У меня разные сумки, Луи Виттон, Версачи. Я сейчас себе синенькую купила на лето. Мне очень она понравилась. Валентина. Ну, как-то так. Конкретики нету в этом. Ты хорошенькая стала, спасибо. С Тигрой познакомилась в городе Калининград. Сильно расстроена насчет 30-го дома. В смысле, что за 30-й дом? Тишину, это понятно, но и прятать мужа как минимум странно. Я его не прячу, я спокойно передвигаюсь с ним по городу. Мы вместе летаем отдыхать, мы ходим вместе в магазин. Я его не прячу. Но просто когда стоит выбор, например, выставлять фотографию или нет, писать, например, что мы повздорили или не писать, я, конечно, выбираю написать что-то более, что-то другое, нежели такое личное. Может, ты его стесняешься? Да, он жирный старый. Жирный старый мужик. 9 лет живем, я тоже не хочу выставлять. Ну и правильно. Ну а для чего выставлять? То есть, ну, как бы, для чего? А потом ты выставила какой-нибудь классный подарок, да, который тебе сделал муж твой. А, тёлки уже знают, где искать этого мужчинку, да, потому что всегда это было, если женщина там хвастается какими-то своими цацками, прикольными подарками и так далее, то другие одинокие, например, девушки, они понимают, что они могут прийти к этому мужчине и там попытаться постараться и стать, например, содержанками. А вычислить мужчину через Инстаграм очень легко. Продала что-нибудь из одежды. На самом деле, вот вчера выставила, а сегодня даже не разбираю директ. Пару девочкам ответила, надо разобрать директ, посмотреть, наверное, что-то сегодня продам. С Венциславом мы не общаемся, чтобы я знала, как он. Я практически выздоровела, у меня немножко шатается туда-сюда температура. И есть немножко кашель, но чувствую я себя потрясающе, прям вообще очень хорошо. Так что я считаю, что да, я уже выздоровела. Прикус зубов не модно. Что? Что? Твоя улыбка с крыльями, как бабочка на твоем лице. Твои слова такие же сладкие, как мед, доставляют мне июньское удовольствие. О май гад, как это звучит. У самой прикус плохой. Господи, вы о чем? Саш, какой последней стране была? Ну, я в январе отдыхала в Таиланде. В январе это было? В декабре. Ну так, в январе. Так для чего выставлять дочку тогда? А что, ну как бы я очень много выставляю дочку, я и своего мужчину выставляю, только я выставляю очень редко его, так же как и своего ребенка, очень-очень редко. Вот, правильно, зачем выставлять мужика, он же не жеребец на выставке. Вот я так же считаю, что, ну, как бы, либо у меня есть своя какая-то аудитория, где я, в принципе, да, как я это вижу. Вот у меня есть Инстаграм, и я там с девочками со своими делюсь какими-то приколюхами. Вот, например, там, косметикой, да, там, одеждой, какими-то бабскими секретиками, разговорами. Либо я что, либо я своего мужика впихиваю вот так вот, как пакет сумма, типа, ну, посмотрите на него, зачем мне это? Сейчас народ очень нехороший, о, боже мой. А, классная толстовка, люблю желтый цвет. Скоро вам покажу, покажу, что я заказала в этом магазине.
Кстати, очень классные толстовки, очень теплые, классно, прям мне нравится. Ну все, я теперь пошла.